внешних водах, таким щуплым убийцам, как этот карпус, негде спрятаться от крупных хищников. Ну, только разве что внутри другого животного. Это морской огурец. Он проводит свою жизнь, очищая морское дно от останков беспозвоночных. Его лицо, если это можно так назвать, весь день зарыто в песок, и дышать ему приходится анусом. Карпус чует анальное дыхание огурца и направляется прямо к заднему проходу. Да, эта рыба живет внутри зада другого животного. Тут хватает места многим карпусам, потому к нему вскоре приплывает еще один. Находясь в морском огурце, карпусы спариваются прямо там, в брюшной полости, а некоторые еще и поедают половые железы бедного огурца. Ученые по праву считают это одним из самых странных жилищных решений в природе. Кстати, при желании огурец мог бы выселить карпусов в любой момент, так как он умеет выстреливать своими кишками для самообороны, но почему-то не делает.